Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре силиконовой приманки от производителя Berkley идут они в серии Power Bait, называются Micro Speckle Nymph. Очень интересные силиконовые приманки, по форме это нимфы, такие небольшие рачки, созданные в основном для ловли форели, но и отлично подходящие для ловли другой разнообразной хищной рыбы. Поставляются в симпатичной упаковке, в желтых тонах. Сами приманки лежат на фоне такой хромированной подложки. И выглядит все это очень симпатично. Такая фирменная упаковка от Berkley с нижней части в виде сумочки, где силикошки себя отлично чувствуют и никак не заминаются. Давайте посмотрим, что нам здесь обещают. Обещают отличное легкое открывание путем zip-застежки. И также сказано, что данная серия Power Bait означает, что приманки действуют на 18 раз дольше, чем, например, неаттрактированные силиконовые приманки. Это указано на данной табличке, то есть силикон без каких-либо аттрактантов на паузе можно оставлять 1 секунду, с обыкновенным аттрактантом паузу 3 секунды, а данные силиконовые приманки, даже если пролежат 18 секунд, то рыба все равно за счет их каких-то ароматических качеств должна на них среагировать. Но понятное дело, что это всего лишь реклама, да и кто будет держать 18 секунд в паузу, ну тогда проводки получатся бесконечные. А вдруг в данном месте отсутствует вообще рыба, и ты будешь каждую паузу по 18 секунд держать, ну и за рыбалку сделаешь ты 10 проводок. На лицевой стороне есть наклеечка с информацией по самим силикошкам. В упаковку кладут 12 приманок. Расцветка у меня в данном случае Pumpkin Chartreuse. На сайте представлено больше 10 расцветок. Расцветки интересные. Есть и яркие такие форелевые расцветки. Есть расцветки, которые отлично подойдут для ловли окуня, щуки. Ну, то есть, производитель постарался, чтобы данные силиконовые приманки можно было использовать по различному хищнику. Производятся они в США. И, в принципе, и сама фирма американская. Давайте доставать уже. Посмотрим на них ближе. Ну, я думаю, плюс-минус все сталкиваются с подобными приманками. У меня, кстати, на подобную форму очень-очень хорошо реагирует голавль. Ой, запах, знаете какой, когда покупаете искусственного мотыля. Ну, вот, кстати, они искусственным мотылем Berkley и пахнут. Такой вот точь-точь же у них аромат. Вот такая вот небольшая креветка или рачок, но, по сути, форма называется нимфа. В данном случае двухцветная расцветка. Идет множество внутри вкраплений черных точек. Приманка имеет длинные подвижные усики, одну пару клешней и три пары небольших лапок. Также есть имитация глаз. Само тело разделено на две части. Одна часть, получается, идет гладкая, одна ребристая. Отлично будет себя показывать на небольших джиг-головочках. Можно работать как эпилогическим джигом, можно придонным. Можно даже оснастить на офсетный крючок. Слава богу, сейчас много вариаций по офсетникам. И даже есть такие небольшие, которые отлично сядут на данную силиконовую приманку. Ну и, в принципе, одинарничек тоже сюда отлично пойдет. Давайте посмотрим, как они будут вести себя в воде. Будут ли они тонуть или плавать. Данные силиконовые приманки являются сильным плавающими, и поэтому если на мормышке или на джиг-головочке их, получается, заглублять, то в воде они будут стоять кверху своими лапками, кверху усиками, и довольно-таки хорошо их будет видно на большие расстояния, и тем самым будут действительно неплохо привлекать рыбу. По тому, что попасть внутрь упаковки, создают сложности, хоть и обещают легкий доступ к приманкам, но вот у меня помещаются максимум 2 пальца, потому что ну вот настолько открывается данный пакетик. Это не плюс и не минус, вроде бы будет меньше выходить аттрактант, но достать их довольно-таки проблематично. Классные силиконовые приманки, плавающие, небольшого размера, отлично подойдут для ультралайта, для ловли окуня, также при лове щук и судак, ну и для тех, кто увлекается ловлей форели, думаю, тоже будет отличный вариант. Berkley Power Bait Micro Speckle Nymph. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!